с праздником! Вот. Всех-всех благ. Вот тут принесли подарки. Так что спасибо большое. Спасибо. Канун праздника Великой Победы все стараются уделить ветеранам как можно больше внимания. В этом юбилейном году особенно с учетом введенных ограничений и самоизоляции. Мука, масло, сладости, крупы и даже курочка, которую приготовят дети Николаю Ивановичу Рыжову к праздничному столу, все это есть в продуктовом наборе. Сегодня его привезли волонтеры одной из транспортных компаний Одинцова. Такие же наборы получат 78 человек из других населенных пунктов. Мы работаем с людьми, и наша компания каждый раз организовывает такие акции. И сегодня, к 9 мая, мы развозим продуктовые наборы участникам Великой Отечественной войны и блокадникам Ленинграда. В этом году предприятие поддержит акцию «Бессмертный полк» и сделает это в очень необычном формате, создав свою галерею из портретов героев. У нас в парке больше 200 машин, и все обклеены портретами героев войны. Из-за продленного режима самоизоляции мы не сможем пройти с портретами по улицам, но нас объединяет наш праздник. У каждого он будет свой. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».